Какие там прошлые жизни? Ну, в одной он был принцем, а в другой он был рабом, предводитель повстанцев. Вот в чем проблема реинкарнации. Каждый либо принц, либо воин. Никто не был охранником в музее, например, или еще кем-нибудь там. Вот так вот. Люди хотят быть особенными. Ты абсолютно права. Каждый пытается что-то из себя придумать, выставить как-то. Ты даже не представляешь, сколько это будет в своей жизни. Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.